Иисус не спрашивал Петра, был ли он одаренным оратором. Он не спрашивал Петра о том, какую семинарию или библейский колледж он посещал. Эти вещи важны, но они не главное. Цитирование Библии от Бытия до Откровения, заучивание ее наизусть и обширные знания о ней очень важны, но они не главное. Вопрос очень прост. Основная квалификация для продолжительного служения содержится в вопросе Иисуса. Любите ли вы меня? Другими словами, есть ли у вас отношения со мной? Потому что отношения не могут существовать без любви.